Добрый день всем подписчикам и зрителям моего канала «Одесса», 20 сентября. Сообщают о том, что в районе Сватово вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям противника. 70% личного состава врага погибли. Главное из сводки Генштаба на утро 20 сентября. За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов из РСЗО по объектам на территории Украины. В результате российских обстрелов 19 сентября пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов. Продолжаются мероприятия, так называемая мобилизация на временно оккупированных территориях. Введен запрет на выезд мужчинам с временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов.